когда он сам спускается на землю, чтоб сделать работу свою. Благодаря своей личности, характеру своему, способом, что ведом лишь ему. Он спускается к людям, чтоб начать новый период и прежний завершить. Явление Бога — это не знамение и не образ, не разновидность церемонии. Это не чудо, не великое видение, и это совсем не религиозный процесс. Это факт, который люди могут увидеть и прикоснуться к нему на земле. Это не ради соблюдения правил, не ради каких-то краткосрочных дел его. Скорее сей приход — это работы этап в плане управления Божьего. Всегда имеет свой смысл Бога на земле явление. Связано оно с планом управления, с его планом управления. Явление это не похоже совсем на явление Бога, который за собою ведет. Кто наставляет всех и просвещает, наставляет и просвещает. Труд великий творит он, всякий раз являя себя, и труд сей отличен от работы прошлых периодов. Никто из людей такой работы раньше не знал, не представлял и не испытывал. Этой работой начат новый период, а прежний завершен. То новый высокий труд ради спасения людей, ради того, чтобы войти людям в новый период. В этом значении